Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать журнал, отправить PDF из InDesign, для того, чтобы можно было посмотреть Light-версию. Ну и к тому же, чтобы хоть картинки были более-менее нормальными. Итак, вот у нас множеством картинок огромного, скажем так, сами понимаете, файл по размеру. Что нам надо сделать? Ctrl-E, либо файл экспорт в PDF. Сохраняем тетрадь первый месяц, десятый месяц, бла-бла-бла. Сохранить. Уже существует. Заменить. Да. PDF пресет нам не надо. General. Pages all. Конечно, было бы прикольно им спредсами скинуть. Ну, пусть пока читают так. Compression. Backup down sampling tool. Здесь ставим обязательно 212. Compression JPEG. И пусть остается image quality medium. То же самое делаем с grayscale images. Ну, у нас есть и цветные, но я обычно ставлю на всякий случай. То же самое 212. Compression JPEG medium. Есть. Parse and Blitz нам не надо. Output не надо. Advanced нам не надо. Прошу заметить, что, скорее всего, все изображения здесь в RGB, то есть не CMYK, чтобы, дабы у заказчика не было цветового шока, как я говорю. Можем сохранить Save Preset и назовем его, например, Low Quality Print. Нажмем ОК. Все. Нажимаем экспорт. Да, предупреждение. Говорим ОК. Дело в том, что тут в этой тетради очень много из Word. Может быть, когда-нибудь я покажу, как это делать. Ну, эта серия закончилась, этих тетрадей. Может быть, когда-нибудь, если кому-то интересно. Пока мы начинаем с обычной книжки, для того, чтобы можно было распечатать в домашних условиях. Да, чтобы посмотреть процесс, когда оно закончится, нажимаю Windows. Дешевно. Утилиться background task. И у нас 17%. Ну, в принципе, все. Файл будет у нас занимать где-то мегабайт 12 или 15. Сейчас мы прервемся немножко, пока оно растрирует. Потом я обратно. Короче, отменил я эту затею. В принципе, где-то файл будет 12-14 мегабайт. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием отвечу. Есть файлы, присылайте. Пока.